сейчас такую трассу, в принципе, на хорошем состоянии находится, хорошая, жесткая пока. И очень приятно, что болельщики так, ну, болеют на самом деле добрые, так, и просто, наверное, сейчас настроение у меня хорошее, поэтому так воспринимается все хорошо, и постреляла хорошо, и все на хорошей ноте. Мне очень приятно быть здесь сегодня. Тут отличная атмосфера, интересные соперники. Для меня гонка чемпионов – одно удовольствие. Я уже не первый год в ней участвую. Жаль только, что погода подвела. Очень холодно. Хоть биатлон – это и зимний вид спорта, все равно сегодня в Москве на улице очень неприятно. Промозгло и идет снег. Хотя трасса и соревнования мне все равно понравились. Даже искусственный снег просто отличный. Приятно было еще и потому, что это все-таки неофициальный турнир. Во время сезона всегда пребываешь в напряжении, стараешься выкладываться. А здесь все в удовольствие. Эмоции, впечатления самые положительные, потому что, ну, народу много, все болеют, кричат, шумят, такая праздничная обстановка. Хоть это развлекательное такое веселье, шоу, здесь просто меньше ответственности, но хочется, да, сделать все очень хорошо и правильно.